Здравствуйте, Влад, здравствуйте, Вера, здравствуйте, Ольга и всем тем, кто причастен к вашей работе. Мы приносим вам огромные благодарности от всего сердца к вашей работе, к тому, что вы сделали для нас. Это словами этим не передать, честно. И здесь у нас прояснились очень многие вещи, честно. Получили ответы на многие вопросы. И если добавить к этому все ваши другие работы, которые вы на YouTube все это поставили, то, честно, половина из той школы, которой вы учите, там уже есть, наверное. Много, очень много прояснились. Очень много оттуда я научился и получил конфирмации тех ощущений и тех мыслей, которые они были у меня. И подтверждение, правильное слово будет подтверждение, в той направлении, которое я шел. Ну, видимо, по вашей сеансу еще много-много чего мне там не хватало. Но тем не менее, это квантовый скачок для меня будет, если можно так сказать. Вот. Помогли Диане очень, ответили на те вопросы, которые я видел, что мучили Диану, и таково мучило и меня, конечно. И это все отражалось на физическом плане, и было очень видно, по крайней мере, для меня. Насчет Юанчика, и можно подтвердить, что он у нас как огонек, дает жару всем. Несмотря на то, что Даниэль старший, но младший всех нас. Не оставляет расслабляться. А по поводу Даниэля, чтоб вас немножко так смешить, технологии, которые он интересовался на физическом плане, это его пассион, увлечение. Он увлекается этим, и мы вместе можем сидеть, смотреть и обсуждать технологии, то, что новые, старые, то, что можно увидеть и встретить по интернету. Поэтому мы очень смеялись, когда услышали, что это даже на тонком плане отражается. Видимо, это его стихия, если так можно выразиться. И огромное спасибо за то проявление этих интерферентов, которые они были. Некоторые из них я очень хорошо ощущал. И когда вы описывали, как это выглядело на тонком плане, я все это ощущал на физическом плане буквально. То есть получила подтверждение, почему у меня болела голова в той области. Я все это чувствовал на физическом плане. Очень, очень легко. И сейчас я понял, почему именно так я ощущал все это. И суета, и так далее. Очень много вещей. Но по поводу души. Было интересно, и я вам немножко проясню, почему так выразилась душа, так как в моей голове душа, оно, у меня не было ясное представление, что это такое, как это все работает, как мы вообще созданы, как мы работаем. И поэтому, так как у меня нигде не ходил ответ такого ясного, чтобы оно ложилось в мое сознание, подсознание и так далее. Они не было. Начиная слушать ваши сеансы, я начал понимать роль души. Что такое это вообще душа? Что до этого понятия не было у меня.
И благодарю вас за вот это прояснение. И очень надеюсь, что этот рост пойдет намного быстрее, чем до этого. Вот. По поводу души ангела, это было, конечно, сюрпризом. Но хочу вам, я не знаю, когда вы сделали сеанс, но я вам хочу такой маленький нюанс, хотя можно назвать его и большим. Но в эти дни я как-то гулял, ну, по магазинам ходил по своим делам. И слушал ваши видео, которые я один за другим просто с большим удовольствием, все сеансы. И наткнулся на тот видео, на тот сеанс, где у вас открылись крылья, ангельские крылья. И самое интересное, я это ощутил на своем физическом теле. Я видел все это. И даже мурашки по коже пошли. Но я не понимал, почему все это. И подсознательно я даже всех в нашем доме назвал их ангелами. И, видимо, как говорится, душа достучалась. И огромная вам благодарность за все это. И здесь, как говорится, мы не остановимся, так как у жены такой интерес появился, что как огонечек жизни зажегся. И она тоже хочет узнать, кто она, что и все такое, и как бы мы пойдем дальше. Только надо немножко времени, чтобы осмыслить все это, понять чуть-чуть и так далее. И насчет школы даже. Это было честью попасть в вашу школу и обучиться всему этому. Но все зависит, как говорится, и обстоятельств. Если придет такое время и возможности, я с удовольствием прошел вашу школу и обучаться всему этому, так как это то, что я очень давно искал и не мог найти вот то, что вы делаете. Да, по-разному. Вот даже в том случае, когда вы говорили, что были интересы, которые потом они распали и так далее, пропали и все. То есть я через много всего этого и каждый раз натыкался на то, что мое как бы чувство говорило, что это не то, что я ищу пока. Вот, и наконец-то нашел. Поэтому еще раз от нашей семьи огромные вам благодарности от всего сердца. И надеемся, что в дальнейшем эта связь укрепится еще больше с вами и со всеми, которые причастны к всему этому. И высшими мирами. То, что я искал, по крайней мере. По крайней мере, я искал это. И вот я и нашел. Еще раз вам спасибо. Всего хорошего. И буду выражаться, Влад, вашими словами. Не будем прощаться, скажем, до новых встреч. Спасибо всем. До свидания.